Главный тренер команды «Кристалл» Клементий Сидоров. Клементий Владимирович, ну, забронировали стол в кафе. Будете праздновать сегодня? Что праздновать? Начало отпуска, там, разве что. И то отпуск-то не у всех начинается. Понятно, что у кого-то в ветеранской части состава, да, отпуск. Распустим, отдохнем. Понятно, что тренерский, административный штаб немножко в другом режиме живет. Вот, ну, поэтому, да, конечно, там, ну, я думаю, что это даже больше не празднование, было бы что действительно праздновать, а, наверное, все должны друг другу уже в конце пройденного пути сказать какие-то слова и благодарности, и, может быть, какие-то вопросы друг другу задать честно в глаза. Поэтому обязательно такие мероприятия командные, они, конечно, должны быть в любом коллективе. Но в целом, вкратце, итоги регулярки можете подвести сейчас? Ну, понятно, что совсем немножко на другое мы рассчитывали, да, еще с учетом того, как мы немножко начали сезон достаточно позитивно для себя. Но я много раз уже говорил, что, конечно, нас немножко убило, прибило, похоронило. Вот это наша неготовность по ходу сезона играть, ну, можно сказать, первым номером и играть с командами, ну, нашего уровня, с которыми там мы боролись. То есть при этом там с той же генерацией мы там, ну, в личных встречах победили, очков набрали больше, казалось бы, да, и вот достаточно много команд, с 10 командами из 12 мы набрали очки, то есть там, ну, только вот с Ухтой не получилось, и с Норильском у нас не получилось очки набрать. То есть, по большому счету, ну, со всеми мы показали, что мы можем играть с этими командами, со всеми набирать очки, а вот, к сожалению, вот эти вот решающие, стыковые матчи, ну, чего-то не хватило, наверное, ну, может быть, и там и мне не хватило опыта такого игры в таких матчах и подготовки команды именно к этим матчам. Вот, наверное, что-то дело не так. Хотя, еще раз хочу сказать, что вот во втором круге этот весь отрезок, он был как будто для нас какой-то немножко заколдованный. Ну, вот, что какие-то обидные голы на последних секундах. То есть вот то, что сегодня произошло, это на самом деле... Но для нас это какая-то системность в этом году. Системность, да, при этом понятно, да, если уж там немножко опять у вас работу украсть, там, да, следующий вопрос, могу на него сразу ответить, что, конечно, эти пропущенные два гола в конце матча, они не случайны, они явились результатами наших очень простых детских ошибок, которые мы, к большому сожалению, уже совершали в этом сезоне. Ну, даже там, чего это греха таить, чего скрывать-то, ну, их совершили там молодые пацаны, там, потому что у нас была возможность за эту последнюю минуту два раза просто выбить мяч там, за чужие ворота. И условно прессингом украсть там 10-15 секунд у соперника и спокойно доводить до победы. Но мы просто этого не сделали, отдали простые, два простых мяча отдали. Плюс там у нас молодой Егорка такую классную игру выдал, там, ну, побежал меняться, но это от какой-то, я не знаю, там, за 8 секунд до конца, зачем там. Ну, я ему сказал, что верь в себя, ты куда-то убегаешь. Там. Ну, на этом нельзя меняться на чужом мяче. Ну, получили то, что получили. Ну вот, наверное, такой вот у нас вот и краткий итог сезона и матча сегодняшнего.